Бонечка, покажи, пожалуйста, твердый знак. Твердый знак. Бонечка. Молодец. А где буква С? Умница. А да буква ладно. А? Да ты моя зойка. А буква Б? Буква Б. Молодец, котик, молодец. Виктория сегодня у нас в студии. Поднимайте, пожалуйста, вместе с терьером Бонни из Москвы. Здравствуйте. Вы работаете, учителем учителем в начальных классах? Нет. Как так получилось тогда научить Боню этому? Я взяла ее, когда ей было 2 месяца, и я сразу поняла, что она очень умная, потому что спустя неделю у нас дома я решила с ней выучить несколько команд. Я думал, стихотворений сразу так. Нет, сначала это было сидеть, и она просто за 2 минуты ее выучила, хотя это был совершенно маленький щенок, помещался на ладошке, у нее подкашивались лапки, она еще стоять не могла, но уже команду очень быстро учила. Мы выучили еще, по-моему, нельзя команду. А потом я решила от нее отстать до... Дать ребенку детство. Да, до 6 месяцев. Потом мы продолжили активно заниматься, и она тоже очень быстро учила команды. Главное, чтобы была правильная вкусная вкусняшка. А как вот удалось все-таки найти этот ключ и подход? Вы какие-то книги читали или нет, все вот, это... Нет, вот я вообще ничего не смотрела, не читала. Это моя первая собака, я интуитивно... Ну, мне кажется, ну, прекрасный ей пример. Ей нравится заниматься. Мы занимаемся еще, например, ноузворком, док-фитнесом, плаванием. Расскажите, пожалуйста, что такое ноузворкинг? Ноузворк. Ну, это поиск носом, так и переводится. Ну, это практически как служебные собаки ищут вещества всякие. Также вот для декоративных здесь есть целевые запахи дёготь, анис, лаванда и какой-то еще один. Вот собака работает носом, это ее очень сильно развивает, делает уверенной в себе. Ну, собачка такая, явно у вас не скучает. Между прочим, очень приятно за этим наблюдать. Вот насчет ноузворкинга существует стереотип, что поисковая собака – это какая-то огромная овчарка. Вот. На самом деле, чаще всего кинологи в служебном собаководстве используют для поиска всяких нехороших веществ, да, именно таких маленьких, милых собачек, на которых даже вот, ой, ты моя сладкая, что ты можешь сделать? Она, ну, это серьезное животное, которое работу выполняет. Я думал, что терьеры находят только вкусняшки. Так оказывается, они могут служить. Ну, как бы, найду запах. Ну да, да. А кинолог говорит, ай, ты молодец. Ну это я догадываюсь, что такое ноусворкинг. А что такое док-фитнес? Это очень здоровый полезно. Образ жизни среди да, собак. Да, да, вот как? Это очень полезно. Вот такой, это док-фитнес, да? Ножики всякие, да, док-фитнес. Это тоже детская игра, правильно да. я понимаю? Надо с помощью удочки это делать, но да. она с помощью, как сказать... Вот это тоже раз... интеллектуальная нагрузка. Да, и сейчас она у меня, я ей усложнила задачу, она плавает в ванной и на плаву ловит. Из ванны их вылавливает. То есть она еще и охотиться может, если что. Ну, вообще, они крысоловы. Прекрасная собака. Ну, расскажите нам процесс обучения. Вдруг у кого-то сейчас такой же терьер, как у вас, и они подумают, как мне сделать так, чтобы она знала алфавит? Я ей просто вот полчаса я на это потратила. Я ей показывала букву, называла ее и говорила, вот, Бонечка, смотри, это буква А. Сначала мы начали ну, с одной, потом 2, потом 3, а потом уже 4. Их 4 здесь, потому что всего 4 цвета в кубиках. И максимально выбирала, чтобы были разные по звучанию, чтобы максимально ей облегчить процесс. А вот вы сейчас научили ее всего 4 буквам? Пока да, но потому что вот я полчаса ее учила, и сразу, собственно, мы тут. Давайте расскажем историю Бонни. Как у вас вообще появилось, почему вы решились на собаку? Я хотела собаку с
всю жизнь. Но родители мне явно давали понять, что собаки у нас не будет никогда. Вырастешь, съедешь, заводи. А в 13 лет я поняла, что вот все, мне нужна собака, причем в кратчайшие сроки, вот все, она точно у меня будет. И начались 3 месяца ада у родителей, точнее, у папы, потому что мама сразу сказала, что все вопросы к нему. Понятно, заходить надо через папу. Но она была уверена, вот эта она вот маленькая как раз, что папа мне точно не разрешит. Она была абсолютно спокойна. Да, я просто 3 месяца, папа приходил с работы, я выходила из шкафа с одеждой. Сначала пугался, потом привык и начинала: купи мне собаку, купи мне собаку, купи мне собаку. Ну, знаете, вот, меня... в этом эпизоде очень интересно, что вы делали в шкафу с одеждой. Я туда залезала, чтобы сразу, вот он приходил с работы, открывал шкаф вешать куртку, я уже там сразу. 3 месяца пошли... Да. Прошли недаром. Потом мне немного помогла мама, она нас повезла просто посмотреть щеночков, ну чисто посмотреть. Все. И Боня нас выбрала, да. Я просто рандомно выбрала щенка на сайте. Ну я его даже там, по-моему, и не видела уже у заводчиков. К нам сразу подошла Боня, она была самой маленькой, меньше йорков микро. Ее там все обижали, не подпускали к миске. Она к нам залезла на руки и стала вылизывать. Поэтому уже все, я отдала залог под крики папы: что вы делаете, у нас не будет собаки, что ты творишь. Кстати, у меня тоже первая собака была Боня, йоркширский терьер. Она потом родила 4. Так что я очень хорошо знаю эту породу, замечательно. Тоже читатель. Они как дети. Да. Конечно. А дети просто это... Вообще я не планировала. Если хотите детей, вот надо взять йоркширского. Для начала. Я планировала, что это будет, ну, обычной собакой у меня. Но она так себя ведет, что да. К ней по-другому относиться невозможно. А к арифметике перейдете? Нет. Пока не пробовали, но может быть, да. То есть, смотри, ты в 13... Ну, там дальше уже тригонометрия. Физика. Ты в 13 лет получила собаку? Я сама ее купила, копила с детства. Папа-то как? Все нормально сейчас? Да, он, наверное, любит собаку. Ну, вообще он любит, да, животных, но с Бонни... У него нет выбора. У него не сложилось, да? У них бывают конфликты, потому что она всегда меня охраняет. Если я там на кровати лежу, она ко мне никого не пускает. Такое бывает. Собака охраняет свою мамочку. Это часто бывает, проблема такая. И вот в этом случае нельзя прогибаться. То есть, если ты вот там... Ой, ты какая умница, на тебе вкусян. Ну, конечно, нет, мы ее ругаем. То есть надо настаивать на том, кто в доме папа. Сергей, да, он будет очень рад услышать, что он прав. Сергей, вам большой привет. Я понимаю, когда 3 девчонки в доме, это очень сложно. Сергей, держитесь. А маму-то как зовут? Алла. Алла и Сергей, я уверен, вы потрясающие родители, потому что воспитать такую дочь, которая так воспитала собаку, мне кажется, это очень дорогого стоит. Мы знаем, что Боня настоящая модница, и поэтому мы решили сделать ей подарок и устроить настоящий модный приговор на Первом канале. Большое спасибо, что вы сегодня к нам пришли. Приятно было с вами познакомиться. Наверняка этот пример послужит многим. Занимайтесь со своими собаками. Это принесет и вам, и собаке огромное удовольствие. Еще раз вам спасибо за то, что пришли. Короткая реклама и следующий герой.